В библиотеке, которая располагается в третьем микрорайоне, состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню Матери. Хоть праздник всех мам в нашей стране отмечается сравнительно недавно, он уже успел стать любимым и популярным. В праздничном календаре есть особый для женщин день – 8 марта. Но этот день специально для тех женщин, которые познали радость материнства, для тех, кто, подарив новую жизнь, продолжает до последнего растить, воспитывать и оберегать своего ребенка. На праздник собрались мамы, бабушки, их дети и внуки, которые пели песни, читали стихи, разыгрывали целые театральные постановки и танцевали. Гости вечера поучаствовали в конкурсах и викторинах. Мамы и бабушки с огромным удовольствием танцевали с профессиональными танцорами, а самые маленькие участники праздника радовали мам стихами. Что же маме завтра подарю? Может, куклу, может быть, конфет. Нет, вот тебе родная в твой денек, аленький цветочек, огонек.